Салютации, любители свитков, в этот пасмурный осенний денек, в этот пасмурный осенний денек 6 апреля я продолжаю вместе с Креей, Воришкой, Колдунишкой и с тобой путешествовать. Куда? На чем я остановился? Я не помню, на чем я остановился. Я не помню, что я делал. Это Даггерфолл. Тут всегда что-то делаешь, куда ты идешь. Подземелья какие-то. Что-то происходит. Ну, если я смотрю туда, значит, я шел туда, да? Давайте попытаемся. А, я вспомнил. Это какое-то уже знакомое место, но я тут по муравейнику ходил, да? Не нашел, куда мне идти. Это гробница Лизандуса, точно. Вот, я сюда хочу сходить сейчас. Угу, попробуем сходить сюда. Ох, сколько лет уже прошло с предыдущей серии. Уже все и не упомнишь-то. И надо ли все помнить? Вот, я не был здесь, судя по карте. Здесь не нужно быть. Я здесь побывал, ладно. А где еще я не был? Вот здесь. Я отправляюсь направо, чтобы спуститься и сходить туда, где не был, так ведь? Покажите мне меня. Да. Это то место, куда я хочу сейчас сходить. Я помню тебя. Бурелом. И тебя, зомби, я ожидаю. Хотя ожидал меня ты на самом деле. Там ящики, там тупик будет. Я помню такие места. Денег. Не буду брать. Мне не нужны они. Я эту вашу банковскую систему как облупленную знаю. Точный удар в спину. То, что надо, что надо. Ну да, сюда мне не надо. Мне незачем здесь быть. Он в ящике, да? Зомби в ящике. Я делаю сейв. Я открываю карту. А это что такое, понятно? Сейчас у меня не так уж много путей. Я могу вот сюда прийти. Ну, эти я сюда приду. О, сейчас думать. Опять по муравейнику ходить. Ну, вот тут муравейник кончается, да? Вот там я точно был. Но, может, еще надо побывать. А где еще какие части этого муравейника я не посетил или плохо посетил? Вот здесь что такое? Что это такое? Как оно выглядит? Оно выглядит тупиком и им является. Понятно. Где же, где же, где же? Где же это? Тут водянистая местность, я помню. Где же еще я не был? Допустим, поднимаюсь сюда. Тут вещи какие-то происходят. Не понимаю. Ладно. Пойдем иным
путем прослеживаний отсюда не вижу ничего. Тут какое-то место. А, ну я тут был, да? Оно меня опускает сюда. Вот это я помню. Ходил здесь. А, о, вот тут я не был, похоже. А как мне сюда? Так. Как мне туда? Мне надо попасть в эту часть как-то. Можно ли это? Нет, из муравейника этого не сделать. Мне надо наверх попасть, во. А наверх я попадаю, если... прохожу здесь. Да, да, да. А здесь я оказываюсь, если... иду откуда? Отсюда. Ага, так. Так. А, ну это и есть то место, где я недавно был, что ли? Ну-ка тогда... проследим отсюда снова этот путь. Нет, это не то место. Все-таки не то. Но отсюда я могу вверх, да, пойти? Да, я отсюда могу вверх пойти и, наверное, так и сделаю. Из этого может что-то выйти. Но для этого мне нужно сначала пойти снова на север. И сейчас сюда. Да? Да. Камни какие-то валяются. Так, сейчас. Сейчас нужно... ну, тут уже что-то как-то не так. Здесь уже что-то не... а хотя нет, нет, пойдет, пойдет. На юг. На юг пойдет, Крея. Надо ли туда? Нет, туда не надо. Надо опять на юг. Факела всякие тут, понимаешь ли. О, тут что-то уже... что-то уже любопытное. Так, сейчас куда пялюсь? Сюда пялюсь. Сюда не надо пялиться. Можно вот сюда, да? Запялиться. Надо через туда и опять на юг. Я сейв сделаю, чтобы не заблудиться. Так, сейчас куда? Ну, тут пока выбора нет, пойду прямо. Когда встанет выбор, я его разрешу. Это меня куда-нибудь девало? Нет. Эй, здесь тупик вообще-то. А, нет, не совсем. Да? Подожди, это я отсюда зашел вообще или нет? Видимо, отсюда, потому что тут есть что-то еще. Ага. Фига себе. Вот это новость.
Я не помню, чтобы я тут когда-либо ходил. А, я помню, это ТП назад. ТП назад. Мне назад пока не надо. Тут где-то череп, да, на него нажимаешь и оказываешься на заду. Мне пока назад не надо. Две кучки. Как мне облутать ту, что... О! Жабры. Возьму. Вот это ТП назад. Угу. Но это не то место, куда я хотел попасть. Вот в чем. Сок. Отступаем. Нет, это я не бил. А почему? Может, стоит? Или нет? Ну нафиг. Ну-ка. Где я оступился? Может, все-таки туда, да? Что же это за место, которое так у меня вызвало интерес большой? Неужели оно было обманчиво? И карта не показала мне всего. Сюда не надо. О, куда же надо-то? Куда же надо? Ну ладно, я тут долго могу стоять. Лучше идти. Вот это место помню. Проходил мимо него. Так, вот сейчас важно. Куда мне деть эту органианку? Ну, давай залезем, давай залезем. Давай залезем. Глянем, куда тут можно спуститься. Залезть. Не, лучше залезть, да? Да. А где там? Здесь, да, где-то? Залезание случается, да. Залезандус. Так, ну тут все понятно. Есть ли тут какие-нибудь еще ответвления, в которые я мог не залезть? По пути сюда. Ай, мне так она соскальзывает. Так я не увижу, если где отход в бок. Ну, вроде нет. Да, нет. Ладно, тут у меня что есть? Тут у меня есть такой коридор, по которому я сейчас пойду, потому что больше некуда идти.
А какой мне нужен? Этот, да. Куда это я? Можно туда. А что там у нас? Можно вниз. Вот если, допустим, вниз пойду, вот здесь, на западный низ. Где-то я оказываюсь. Что-то тут туда. А, я снова здесь оказываюсь, ладно. Не хочу снова здесь оказываться. Пойду в восточный низ. Опять какая-то. Блин, это все то же самое место. Оно одинаково отовсюду. Ох. Жуткое место. Как же я попадал в гробницу Лизандуса? Серьезно, хоть садись и в свои серии смотри другие. Где же я мог не ходить? Где же я мог не быть? Ох, фигня какая-то. Зачем так делать? Люди добрые, вы чё вообще? Вы чё? Это not funny anymore. Тупик. И кто-то тут вопит. Кто-то в стене заспавнился. Ах, если бы я заспавнилась в стене, мечтает Крея. Жизнь была бы как во сне. Мечта злодея, желающего делать добрые дела, но не способного на это. Сидит себе в стене и не может делать зло. Куда же я иду? Куда меня опять тут унесло? В неведомые дали тупика. Сейчас я направляюсь. Но там я был, и ничего там нет. Поэтому забудем этот путь. Хотя, почему? Ну, ладно. Тут же факела всякие есть. Я же их нажимал все же, да? И тут не нужно было нажимать факела всякие. Но может что-то здесь таится? Нет. Лишь полчища повергнутых зомбей. Они убиты. А я несусь скорей туда, где пути мои еще закрыты. О, как мне выйти из лабиринта ужаса и тьмы? Где еще не побывали мы? Ответа мне никто не даст. Точнее, я не услышу. И буду красться по этим залам, коридорам, как крадутся пресловутые мыши. Сюда ну вообще уже не надо, ну серьезно. Я здесь уже почти что сотый раз иду. Опять спущусь.
Опять смеется. Душа заглохшая. В полуночном бреду. О, Крея, о, Аргонка. Не воровать, не колдовать ты не умеешь. Но и ориентироваться в данжах не выходит. А чит использовать не смеешь. И вот несешься ты, потратив всю стамину. Настало время отдохнуть. Слезу утереть. Седин. Так, это что за место? Фиговое место. Как я здесь опять оказался? О, все. Нечего здесь больше делать. Был бы это Майнкрафт, я бы тут заложил этот путь, вход в этот путь камнями. Чтобы не было соблазна сюда попасть. Там и так камень лежит, кстати. Нелепо. Нелепая судьба исследователей гробниц. Я падаю ниц пред нею. Но может все-таки глянуть свои старые прохождения? Нет, не посмею. Куда-нибудь на север, может, сходить. Так, стоп. Это опять вот это место. Что ж север так меня манит? Как будто он жених, а я невеста. Все. Путь туда заказан мне уже. Но как же мне избечь всего вот этого кругления? Как оказался я? Вообще. А, я понял. На юг, на запад. Направляю я свое стремление. И вновь пустующие залы. И кандалы, которые не звенят. И факела. Путь мой устилают. И не могу с собой я их взять, чтобы, как в Майнкрафте, тоже размечать дороги. Или хотя бы разогнать тревоги. Похоже, к муравейнику вернусь таким путем. Но нет, смотри-ка, там опять возврат к началу. А может, стоит действительно так сделать? Я вернусь сейчас. Но не на выход прям, а как-нибудь так вот извернусь, чтобы пойти по иным сторонам. Так, ну вот это место, где я не был. Тут все места, где я не был, да? Нет, вот это место, где я был, оно тут закрыто почему-то. А как так вышло? А, нет, это понял. Я все понял. Не все, конечно. И частично не то, что надо, вероятно. О, палочка. Возьму ее с собой. Хоть что-то в радость в этом жутком склепе. И не довольствуясь своей судьбой, я буду... Ну ладно, тут уже подцензурные такие вещи.
Не буду говорить, что буду делать с этой палкой. Ведь смотрят нас не только взрослые, но и дети. Кто здесь? Я слышал, дверь открылась. Быть может, мне покажете вы где? Но нет. Понятно, это самый выход. Это самый выход. А как так? А как же? Так. Пойди. Вот, все. Сейчас вернусь я к старому брожению. По часовой. И только лишь по ней. Тем временем, мое воображение... Опять на палке. Черт бы был, блин, с ней. Нет, это не пойдет. Мне нужно вновь вернуться к тому месту, куда кинул меня телепорт. Вот здесь. Вот он, ведущий туда, где начинается вся эта билиберда. Я здесь отдохну. Нет времени ограничения. Есть только ограничения по врагам. Но успехом завершилось креевское лечение, поэтому я сейв опять сделаю здесь. Как бы быть. Я ж отсюда все-таки, да, куда-то попадал. Ну вот, я иду такой, да. Сейчас буду по часовой идти. С самого начала. Покореженные текстуры. Под ноги стелятся. Тупиковые комнаты. Кстати, о метелице. Я нашел сегодня... Точнее, нашел я его давно, но он пока лежал у меня так вот в закладках. А сегодня я... Пользуясь случаем, случай это называется, снова установил ванильную Diablo 2, 1.14b, и накатил мод, скопировал его, конечно, чтобы ничего не поломалось. Мод называется Spirit of Diablo, на mod.db можете поискать. Тому версии 0.7, которая вот недавно вышла, описание такое клевое. Вот попробую, может, на ближайшие дни. Что там значит? Там в городе больше никаких зелий там не купить, ничего не купить, ничего не сделать. Она вообще в духе больше первой, судя по описанию. Более мрачная. Там разговоры идут о музыке, что, возможно, стоит заменить или выпилить оригинальную музыку, потому что она не сильно подходит более мрачным. Какие? Опять это место? Опять это место. Более мрачным антуражем. Меньше лута падает. И нужно не билд какой-то правильный, оверпаверный строить, а использовать то, что судьба дала. Как опять я сюда угодил, не понимаю. Это какая-то мистика. Нет, мне сюда не надо. Я уже запутался опять. Что это за комната? Может, она меня хоть развеселит? Все, стало веселее. Да уйти опять отсюда. Где же я не был? Как я должен быть там,
где уже когда-то бывал. На такие вопросы ответа нет ни у кого. Ну, кроме того, кто уже это все посмотрел и помнит, даже если сам тут бывал, как и куда. О, опять отсюда начинать. Что-то я упускаю, я что-то явно упускаю. Давайте так. Опять я сейчас выйду к этому телепортуну. Вот. И не пойду туда. Пойду ходить вот этими ходами. Но здесь тупик. И больше ничего. Тогда я повернусь. Сюда направлюсь. А здесь я... Как? Каков мой статус тут? А здесь я был тоже. Очень любопытно. А как же это так? Как же это так? Опа. Вот тут я где-то не был, что ли? А как туда попасть? Извольте подсказать. А, о. Тогда возрадуюсь я доле своей. Решила мне судьба сказать, что нужно топать в эту мне сторонку, да? Возможно так. Быть может, ошибаюсь. Но пока не проверим, не убедимся точно. А что если... Ну тут тупик. Вот в этом я уверен. И голова торчит на пике. Водрузясь. Но тут я не был. Угу, понятно. Почему? Там нету двери. Там лишь тупик. А здесь как обстоят дела? Понятно как. Но тут уже не тупик. И здесь... Какой-то люк. Я в него шагну. Он разверзается под мною и открывает странную дыру. Таких я видел уже, знаешь, море. В такой дыре я точно не умру. Но это все-таки тупик здесь. Вот засада. Куда же отступать-то мне теперь? Где ожидает меня квестовая награда? Где затаился этот лизантусовский зверь? В этих дверях тупички. Хотя бы я их засвечу. Ничего мне это не даст, конечно, но все-таки я так хочу. На факел нажал, и нет никакого итога. Все-таки тут на них нажимать, по-моему, не было прока. А куда я иду? Опять начальные локи. Да, понимаю, почему я там был, потому что пошел против часовой сначала, а не как полагается нормальному гражданину, человеку, аргонцу. Кто здесь? Рущий скелет. Что это такое у тебя? Карта.
Сейчас запишем. Избушка Белдайн. Избушка. Избушка. Пишу. Белдайн. Ой, все записал. Сейф можно сделать. Ладно, раз уж мы тут ходим так вот, развлекаемся, то позволю себе на минутку отойти. Я сейчас и в муравейник-то попасть опять не могу никак. Как мне туда попасть? Где мой муравейник? Покажите мне его. Где вообще сейчас телепорт этот? Во-во-во-во-во-во-во. Ну вот. О, ну давай. Направо нельзя. А кто знает, может какой-нибудь факел беззвучно открывает путь туда. Ну что же это за дверь такая? Скотская. На, на, на. Тут точно ничего. В таких комнатах никогда ничего не бывает, но мало ли. Да, 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 здесь точно ничего. Но это значит лишь, что нет у меня спасения. И вновь ходить по стоптанным путям, уставшими ногами, тут и там. О, как мне выйти в муравейник? Я так хотел с него сбежать, но вот сейчас... Хочу в нем оказаться. Сей же час. Ладно, плохая рифма. Еще хуже. Хуже глагольный, блин. Нет, только не сюда. Только не сюда. Все, этот путь никогда больше. Никогда. Пожалуйста. Можно сюда больше никогда. Не хотеть. Вот там, да, вот этот злобный, скользкий, мерзкий путь. По часовой, пойду по часовой, покуда можно. Запоминая, где я был в этот заход, а где нет. А может, стоило вообще, знаешь, выйти, выйти. Вот так вот, да, по-хорошему выйти. И заново начать. С чистой карты. Но я не думаю. О, ха-ха. На канале Гноя вышел ролик Halo Combat Evolved Anniversary. Врагу не пожелаешь. О, хочется посмотреть. Не хочу Daggerfall записывать. Хочу Егорку смотреть. Ну ладно, там я возвращаюсь, а здесь? Неужто все тупик? Да вроде бы как... Да? 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 Как мне к муравейнику выйти, скажите мне? Я уже не хочу здесь быть. Мне не нравится это времяпрепровождение. Оно отнимает у меня. И ничего не дает. Ну так вот, да хоп-хоп, тудым-судым, пропеум. Где я? Во. Запад. Это мой спас. Запад это мой спас. А дальше? Дальше-то на куда? На сюда.
Уи, юху, юпио, веселимся. Так, где? Где? Тэн, сюда можно пойти, сюда. Выйду наверха. И вернусь сюда, что? Как это возможно? Ладно. Тут какой-то кругаль. Но можно от него сбежать сюда. Вот камень. Вроде бы хороший. А это? А, это не муравейник. Во-во-во, там муравейник начинается. Значит, мне что надо сделать? Направо пойти. Во-во-во, мешок, я тебя помню. А надо ли мне сейчас и муравейник? Я вот нашел, допустим, его, да? А надо ли мне? Ну, тут куда-то вниз еще. А, ну это круг. Здесь можно стать Михаилом. О, я там не был, я не был там. Прикинь, я нашел место, где я не был. Юг, запад. Я спешу в это место. Со скоростью Соника. Застрявшего в бревне. Но это мелочи, в частности. Исцелите меня, пожалуйста. Исцелите мою боль. Почему я на этот свод сейчас сейвлюсь, не понимаю, ну ладно. Во, я не был здесь. И это откровение. Мне нафиг было, в общем, не нужно. Уйди, уйди, обманчивое видение. Мне с тобой не по пути, все равно. Король Эдвард, часть четвертая. Есть такая? По-моему, есть. Да, да. Чё это? 9:27, так. Во-во-во, да, 9:27. Ну, как бы... Плюс 9, минус 4. Лучше, чем кинжалка? Ну, кинжал это мое такое... Дежурное. Экстренное оружие. Не, у меня все лучше. У меня нет ничего хуже. Что это? Излечение. Излечение, мне показалось. Извлечение. Но здесь нечего извлекать. Ну, это было место, где я не был. Это действительно так. А сейчас это место, где я был. Угу. Еще одно. Еще одно из тех, где не увижу я победных утех. Так, муравейник, я к тебе иду. Сейчас в тебя зайду. Вот как-то... А, так. Нет, не так. Ой, сейчас, сейчас. Сейчас придем куда надо. Ты не переживай. Что? Я не увидел мышь. Она ко мне подкралась. Я пока здоров, но сейвиться не буду. Вдруг она меня заразила чем-нибудь. Знаешь, эти мыши, они могут, кажется, такое сделать. Ладно, вот муравейник, да, начинается. Я сейчас сделаю супер сейф. Назову его типа муравейник. Сейчас я немножко наугад по нему побегаю. Давай, бом-бом. По-французски. Даже сам не особо вижу, куда тут бегаю. Так, вот я тут где-то. Это где? Это я где? А что тут есть? Ага, ага. А что за комнатка?
А надо мне туда? Давайте сходим. Ну-ка, что здесь есть? А, это просто начало муравейника, понятно. Муравьические начала. Так вот это вот куда? Тоже не муравейник. Ну тут я везде был. Я тут везде бывший уже. Тоже нет мест, которые могли бы меня удивить. А вот это вот куда меня сейчас выведет? Мне так или иначе куда-то вниз, да? Потому что там внизу же все происходило. Могила это была с лифтом. Помнишь? Ну ты помнишь. Ты помнишь, я помню. А почему этого нигде нет? Почему нас заставляют делать серии про стихи? Почему нам приходится заниматься этим? Так, я что-то увидел. Я что-то увидел. А как туда? Я что-то увидел, а как туда? Вопрос вот в том. Во-во-во-во-во. Прямо такой, смотри, прямо направо. На север сперва. О, нифига себе. Мы что-то нашли. О! Тут даже ходят. Ты прикинь? Тут даже люди. Голые и мертвые. А это значит, мы на верном пути, мне кажется. А, без единичек здесь, пожалуйста, уже. Без восклицательных знаков, то есть. Единички-то ладно. Тут люди ходят. Что это означает? Так, дальше мне сюда выходить, да? Да? Скажи, что это так. Я умоляю. Дай мне надежду. Дай туда пойти. Да, это именно тот путь, что я подумал. И с юга загораживает тупик. А вот сейчас... Блин, тут тупики сплошные. Тут сплошные тупики. Вот он, я так вот опускаюсь к этому месту. Но я в них не ходил, да, почему-то. Очень интересно. А! Ты чё, бес, что ли? Чёрт? Ты чё, сатана? Чё, Люцик, что ли? Здесь какой-то дух легкий, понятно. Неизвестные ботинки есть. Ничего себе. Так, повязка мертвеца — это Firestorm. Волнение мне надо. Здесь у нас тупиковая комната. Здесь у нас еще один призрак, судя по звукам. Привидение, точнее. Это рецепт для зелья тень. Есть такое? Есть такое. Последнее зелье на первой странице зелий. Идем далее. Я чувствую, я уже что-то чувствую. Ты что-то чувствуешь что-нибудь, а? Я вот что-то чувствую. Какие-то вот есть такие вот, знаешь. Ну вот штучки. Какое-то чувствилище на верный путь у меня началось. Начало работать. Я ощущаю феномен движения куда надо. На тебе, препятствие. Золотая. Золотая шпага, золотая. Помнишь такую рекламу с Колькой Басковым, оперным певцом? Забавные штуки. Поп-оперным певцом, точнее. Поп-оперным. Это человек, выбравший легкий путь.
путь эстрады. Во, покарали привиденица. У привидения была святая вода, похоже. Да? Это святая вода. А, привидения, какие вы забавные, какие вы веселые. Ой, чё-то я немножечко переупал, да, перенавернулся, мальца. Сейчас отдохнем тут. Ой, а их тут, похоже, больше, чем один. Или он просто такой полифоничный? Нет, это не он такой полифоничный, это несколько тут ребят, судя по звукам, все-таки. Вот еще один. А это те же комнаты, где раньше летучие мыши были? Интересно. Потому что если те, то я уже вообще, у меня уже дымится счетчик верных направлений. Да, это то место. Зашкаливает. Метр зашкаливает. Метр зашкаливает. Я метр. Я зашкаливаю. Метр зашкаливания. Все еще нельзя мне отдохнуть, а это значит снова сейф сюда. И все еще нельзя мне отдохнуть, а это значит снова сейф сюда. И снова мне нельзя здесь отдохнуть. Это значит снова сейф сюда. Где ж тут большая? Вот, 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 вот. И кто поблизости меня здесь поджидает? Какие чудеса я снова... А, тут пока не так, да. Можно отдохнуть? Нет. Какой тут отдых? Тут не до отдыха. Здесь черти, бесы ходят и поют свои песни жуткие, сатанинские. Чертовщину. Оу. Нет, это мне не пойдет. Вот, сейчас тут можно будет отдохнуть, потому что там вдалеке наверняка кто-то еще есть, но они еще не заспавнились у меня в поле зрения. Так что я делаю до полного исцеления. До полного исцеления. Натираю волшебную палочку. А я же, кстати, могу ее тут использовать, да? Она же мне должна показываться. Катана, кольцо, обруч. Что-то у меня прям много всего. Новая катана? Палочка не здесь, а где? Вот. Почему я не мог ее использовать? Почему ее здесь в перечне нет? Ладно. Я не то чтобы... Ну как-то я там противлюсь. Чё, тут фигня какая-то. Где-то тут... Да там был вход. И поехали.
Юху! Пампадейра! Пампудай! О, сколько вас тут? Целых двое. И вы не можете сюда ступить. Прикольно. Ой, а ты что делаешь? В угол встать захотел, что ли? Пампудейра, пампудай. Пампудейра, пампудай. Ну-ка. Ой! Мне не понравилось. Я что-то там нажал. Там катсцена, что ли, началась. Я нажал. О-о-о-о. Ого. You soothe my rage. I do not seek to be placated. I seek vengeance upon he who slew me. If you would truly lay my spirit to rest, be the instrument of my vengeance against Lord Footmore of Wayrest. Нифига себе. А я его знаю? Я просто не уверен, что я его знаю. Давайте глянем. Угу. Угу. Где-то в глубине Вейреста. Знаем мы эти глубины лордовские. Так, а как бы отсюда сейчас по фасту уйти? Ну ладно, тут уж попроще должно быть. Да? Здесь не было никаких коротких путей. Вроде нет. Ладно. Короткие пути это для коротышей. А мы, любители искусственно удлиненных и без того долгих путей, ценим каждую секунду, проведенную в путешествии. Так ведь? Так ведь? Скажите, что так. Напиши, что это так. Да, это нормально. Это приключение, это путешествие. Это великий опыт. Ну что, сейчас самое трудное. Вернуться. Не-не, ну сейчас-то я примерно понимаю, куда мне там топать, помпидопать, парам-пампудырить. Да, туда. И кто-то ведь это придумал. Кто-то эту карту сидел вручную и делал. Ну или... Или вручную созданные сюжетные данжи здесь могли делаться, я думаю, вполне себе таким же методом, как и случайные. Типа вот мы сейчас нагенерили, а потом там краем глаза глянули, как они выглядят. Ну вроде проходимые. Окей, пойдет. Я бы, если честно, будь я в беседе в 96-м году, я бы так и делал. Это был бы мой способ создавать данжи. Ну-ка, дальше мне куда? Кудой? Там вообще тупиковая комната, понято. И там тупик... Во-во-во-во-во-во-во.
А куда вот это вот вело? Вот. Интересно. Куда вела вот эта местность? Почему налево так вот пошел и куда-то вышел? И почему не выйти сейчас назад? Вот сюда, в смысле. Вот, наверное, без разницы особо куда идти, да? Давай я сейчас тогда проведу эксперимент. Пойду сюда. Куда это меня? Куда это меня? Неудобно. Карта, ты неудобная. Знаешь об этом? Тебе говорили вообще такое? Во-во-во, муравейник, отлично. Я иду в муравейник. Гейн. Так, а из муравейника, надо мне на запад, но как именно на... А, тупо на запад, просто тупейшим способом на запад, понял? Прямейшим тупейшим способом на запад. До камня. Камень есть. Тупик. Дальше. Ладно, не надо было тут тупейшим образом на запад. Из этого ничего не вышло. Так, я вот сейчас сюда пойду, в эту комнатку, под то... А, нет, я вот могу сразу сюда. Подожди, почему тут камень с тупиком? Это же... По-моему, противоестественно, что ли. Мерзко. Фу. Это ведет? Нет, не ведет никуда. О, давай знаешь, как пойдем. Вот так вот. Пойдем некоторым образом. А, я опять здесь оказался. Вот это так-та-та-та. Вот это дела. Вот это делишки. Иду как идется, видишь? Идется как-то так. Нет, это обманчивый. Ход. Вот это хороший, да? Ну-ка, давай глянем, где я. О, я вышел из муравейника. Прикол. Ха, забавно. Сработало. Так, а теперь куда? Мне нужна комната... с штуками пытошными. Если я пойду налево, то я пойду куда? Ну покажите мне, блин. Нет, если я пойду налево, я пойду в иное пространство. Ну, в общем-то, наверное, туда и надо. Во-во-во, мешок, мешок, да. Я помню этот мешок. Ну что это значит? Камень эдакий. Вот это комната? Нет, это вообще не комната. Это пока еще даже не комната.
А мне нужна комната. Понимаете? Мне комната нужна. А комната у меня где есть? Комната — это там, где я. Я — это комната. Ага, я понял. Ох. Да не запутаются пути мои. Надо как-то сначала сюда выйти, чтобы не запу... О, все, я нашел на юг. А вот сейчас куда? Не сюда. На юг опять, на юг опять. На юг опять иду. И это значит, скоро я отсюда уйду. И это значит, скоро я отсюда уйду. Именно отсюда. Отсюда. Делаем сейф. Смотрим, где быстрее отсюда уходится. Отсюда быстрее уходится. Тут. Там. Сям. Да. Ого-го-го-го-го-го. Развилка. Развилка. Вот сюда. Вот сюда. Да. 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 Сюда. Сюда. Фу. Вот я дурилка. Сейчас надо сделать сейф и отдохнуть опять перед путешествием, куда следует. Скрытен. Ну ладно, можно и сюда. Нет, не хочу копаться, оставаться. Хочу, знаешь, сделать сейф. Хочу в город. Выезд. Если ж нам тут так с этим все вяжется. А как ее делать? Выезд. Поехали. Пехом. Тудым-судым. О, вот и Вейрест приехали. Как ко мне здесь относятся, как к обычному жителю? Я этому рад. Мне нужен гильдия магов, во-первых. Где это здесь? Вот это здесь недалеко. Здравствуйте, девушки. Я стою перед тобой. Я достаю меч. Ты уходишь. Гора с плеч. Пришлось бы долго объяснять, зачем я меч доставал. Стена. Зачем-то подписана стена. Это гильдия магов, это гильдия магов. Упознайте мне все, пожалуйста. Она закрыта, да? 11.00, надо прошататься
много часов. Так, а где тут опознающий чувак? Тоже в этих комнатках сидит? Ну. Давай-ка. Опа. А, это у меня опознанный уже. Что у меня из этого не опознано? Так, ладно, это нафиг. Что-то еще новенькое. Свобода действий? Стоп, где? А, это значок волнения есть, я думал, что-то другое. Выносливость, ступня, шторм, выносливость. Неизвестная сила, так, еще один. И палочка. Я позанять. Итак, это у нас получается. Открыть. Меч открытия. Эльф-катана свободного доступа. Ботинки пожара. Чё пожар делает? Вон, потом глянем. Харизма. Пожар. Чё-то как-то пожарные, пожарные вещи. Мертвая тишина. Стойкость. Так, а в Азоке? Почему он не подготовлен? Ну вот. Почему? Почему это случилось? Окей, ладно. Я с ним похожу, мне пофиг. В Азоке у меня нет ничего неопознанного. Допустим. Вампир, харизма, драконский. Вампир. Драконский, токсик, шторм, эффект. Ступня, меч. Так, стойкость. Тишина. Открыть. Убрать. Пожар. Что делает пожар? Давайте глядеть. Где мой мануал? Как вообще пожар по-английски звучит? Сейчас у меня открывается мануал, погоди. Пожар. Я и покажу его на всякий случай. Если я не пойму, то может кто-нибудь увидит и поймет, что из этого пожар будет. Ну-ка вот, допустим, Wizard's Fire, это не пожар. Я думаю, это волшебный огонь. Wildfire, дикий огонь. Есть ли такое? Может, это пожар есть? Bolt of Flame and Single Target. Что еще тут есть? Резисты всякие. Magically locked door тоже опеном можно. Ну вот это интересно. Наверное, стоит взять. Ну, возьму даже, да. Что-то еще есть. Far Silence, может быть, мертвая тишина. Может быть. Предположим, что это так.
Так, отдайте мне, пожалуйста, открытивый мечик. Магические замки мне тут однажды попадались. Я тут видел один такой, знаете ли. Это? Это. Какая-то стойкость, чтобы это не значило. Мертвая тишина, пожар. Попробуем сейчас. Харизма нафиг не нужна. Пожар еще один тоже. Вампирический эффект, когда бьет, мне не нужен. Тишина. Ну, кстати, он у меня почти новый, все еще, ладно. Огненный шар. Это я использую. Взгляд медузы что-то как-то Ну, можно будет еще потом опробовать. Свобода действия мне надо. Вампирический эффект. Выносливость. Пусть будет ступня. Ладно. Попробую. Фаршторм и выносливость еще. А еще была выносливость где-то? Ладно, пожар, тишина. Стойкость. Стойкость и выносливость, наверное, разные вещи. Ну ладно, оставлю все так пока. Че у меня там по весу? Падет. Падешь. Так, сейф, во-первых. Сейчас опробуем пожар. Да, это такой фаербольчик. А что за молот, кстати, у меня? Я забыл уже. Волшебный огонь. Мне не нужно его использовать, мне нужно его именно использовать, а не вот это вот. Так, это у меня серьезная пуха, это у меня дежурная пуха. Так, ну не так, сначала надо загрузиться, я же потратил шпелку. Вот, сейчас мне нужно поменять это на вот это. Сейв сделать и выцепить кого-нибудь. Вот выцеплю тебя. Ладно, о людях она мне не говорит, мне значит надо во дворец сходить. А он здесь где? А он тут там. Не нужно ничего чинить, кстати. Новый. Три Д. Не шутки. Два Д. Шутки. Даггерфолл вообще место такое, где серьезное и комическое соседствует очень тесно. Стражник. Как там его зовут? Вудборн, любовник Лилизейна. Замок в глубине Вейриста. Ну, мне надо, наверное, поспрашивать. С письмом пока непонятно, что делать. На всякий случай тут сейф оформить стоит. Я сейчас буду внедряться на очень частную территорию. Я нажал? Да, я нажал, кстати. То, что не нажалось, это вопрос уже иного толка. Призрачные звуки. А кто здесь у вас принц какой-нибудь?
О, принцесса Элизейн. Изизейна. Элизоза. Приветствую, король, я Элизейн, дочь короля Идвайра и его прямая наследница. Возможно, вы согласитесь помочь мне в одном деликатном деле. Уважаемый член совета старейшин и лучший друг моего отца, лорд Кастеллан, оставил наш двор на днях, а я забыл вернуть ему накидку, взятую у него. Если вам будет несложно, не могли бы вы отнести ему ее в Вайтдейл? Я отплачу вам ценной безделушкой кольцо. Допустим, пока да. Как мило с вашей стороны согласиться помочь взбалмошной девчонке вроде меня. Вот накидка. Очень важно, чтобы лорд Кастеллан получил это как можно быстрее. Он будет в одном из своих домов, резиденции Бакингвинг в Вайтдейл. Найти лорда Кастеллана будет несложно. Просто спросите местных о нем или резиденция Бакингсвинг. И отдайте ему плащ. Я буду очень признательна, Крея. Не стоит тянуть больше, чем 15 дней. Этого должно хватить на путешествие туда и обратно. Вайтдейл. Давайте умаслим немножко принцесску. Вайтдейл. Вайтвей, не то. Вайтдейл. Прыжки улучшил, который час утречка. Эй, женщина, мне нужно с тобой поговорить. Мне ничего не известно. Жаль. В такую погоду, видимо, немногие гуляют по улицам. Я их понимаю. Бобр и фея. Бобр и фея. Думаю, где-то здесь в округе, серьезно. Вау. Я бы ни за что не подумал, что это так. Северо-восток. Вот тут еще кто-то ходит. Ой, как громко. Клянусь скалами солитьюда, то, что надо, что надо. Не могу помочь. Владение. О, резиденция Бакингсквинкск. Да. Моргейн Эшхэм. Где тут лорд? Двигаться на восток. А. На чердаке сидит. Подарок от леди Элизейн. Спасибо, Крея. Это подходит мне как перчатка. Вы чувствуете свистящий звук, как будто бы вы разрублена ткань реальности. Что? Вау. О. Покинь это место, юный аргонец. Мы пришли забрать душу лорда Кастеллана. Твоя часть работы выполнена. Этот погребальный саван, призывающий нас на месте. Дайдер соблазнительница? Ну ладно. Что-то я, наверное, зря ее отковал. Хотя не знаю. Тяжеловато для вас? Что? Еще одна. Ой, там уже две. Я тут баганул, наверное, да, нет?
Пойду-ка я отсюда. А, здравствуйте, тут у вас знаете, что случилось? Мне нечего больше сказать. Еще бы. Тут происходит что-то, я бы сказал, любопытное. По меньшей мере. Принцесса, я хочу комментариев к тому, что произошло. Конечно, кто я такая? Всего лишь воришка, колдунишка из аргонцев по имени Крея. Что мне до вот этих вот дел? Сяду на коня. Ку. Давно не катался на коняке. Давно не слушал этого игогошения. Этого игогожения. А, сквозь верблюда пролетел. Лошадь сильнее верблюда. Больше. И круче. Ой, что-то я как-то... Промахнулся немножко. Ой, хорошо, тут есть вход. Я уже думал опять перелазить. Позорными способами какими-то. Я тут сделаю сейф, но такой очень отдельный. Как-то мне тут подозрительно. Да, эдры какие-то полезли. Тяжеловато для вас. Что тяжеловато? Мне надо было его взять или нет? Непонятно. О, вы были просто восхитительны. Вот, позвольте, я дам вам кольцо, как и было обещано. Надеюсь, лорд Кастеллиан остался доволен вышивкой, которой я дополнила плащ. Ему требуется особое внимание. Я дам кое-что получше, чем кольцо Крея. Моего отца очень интересует древний артефакт под названием Тотем Тайбера Септима. О, ничего себе. У него есть шпионы, которые ищут его повсюду. Когда они найдут его, то ему потребуется кое-кто, кто будет охранять это. Разумеется, кто... Кто бы ни был выбран, он будет щедро вознагражден. Скажите ему. Я скажу ему про вас. Это все, что я могу сделать. Окей. Что это за кольцо? Я возьму его. Что это за кольцо? Тупо кольцо? Не. Ну ладно. А кто тут у нас еще есть? Пекингвинг, Тристен Хмистен, Мурстен Бурстен, Мунферт Мунферт, Кингфилд Лайзона. Вот она, Борензия наша. И Двайер. Может, ты скажешь что-нибудь? Не могли бы вы выделить для меня несколько дней для оказания небольшой услуги? Хочу вернуть кое-что. Нет, не хочу. А там кто-нибудь есть еще? Из прикольных ребят. Вот этого я помню. Принц Хельсет. Ты кто такая, Каретис? Ты кто такой, Гархмерхмерт? Ты кто такая, Бакингхерт?
Очень много бакингов всяких. Lord Dark Ward. Ничего себе. Это боевой маг. Мордастир Виквинг. Вингфк. Бакингвинги всякие. Ну ладно. Тут я уже что-то ни туда, ни сюда. Так. Давай-ка думать, знаешь, еще что? Давай-ка думать вот что. Как это? Ой. Вот Вудборн. А может, у меня поспрашивать надо у кого-нибудь? Вудборн. Ну или через нее это все и протянется нормально. Будет через так тоже не поспрашивать. Ворд Кастеллиан уже ничего не продвигает. Вот, тогда подумаем о том, как нам быть с этой министерской фигней. Мать королева. Потеря письма. Оксвиль. Нет там никого. Оксвиль. Или Зоза. Или Зола. Не, ну я схожу, конечно. Но там никого нет. А в банк мне не надо, кстати. Ну, можно. Можно. А где здесь банк? Где-то там, кажется, был. А вот фиг знает, тут надо спросить. Где у вас банки? О, он взял и пометил на карте. Вот, блин, ищи сейчас его. Лучше б направление дал. У меня там уже ничего не ремонтируют. Воровская гильдия. О, банк. В самом углу там сидит. Я к нему сейчас доскочу. С дороги. Пешеходы. Прикольно. А на карте сплошь никому здесь все. Где банк? Вот это банк. Вот это. Вот это банк. Никаких шансов, вы чё? 8 часов, а сейчас чё? Блин. На 2 часа опоздал. Есть таверна поблизости? Спим по-человечески. Комната на день. Спасибо. Прощайте. Я посплю 10. 14 часов.
Ой, 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 как отсюда выйти? Какие у вас комнаты странной формы. Сейф можно сообразить, кстати. И до банка. Ой, не туда. Пехом. В смысле? С 8 я сейчас. А, на час меньше поспал, понял. Обсчитался. Ну, я не считал, на самом деле, даже. Наугад тыкал. Банкинг. Внести 7000 тысяч. Спасибо, банкир. Банкингист. Ах, Оксфуд, Оксфуд, Оксфуд. Как же мне там что-то, что как же мне там быть? Оксвиль. Как он называется вообще? Я не так написал, да, Оксвиль написал. Поехали. 98 дней в пути. Тупо сезон. Это здесь, да? Оксвилль. Да. Ну-ка, где тут ваша отель-зона? Ну, нету ее, нету, нету. Нету. Тю-тю. Отсутствует. В Дегерфу пойду. Пообщаюсь с опять этой... Минисерой. Если она захочет, конечно, это дело. Может не сходить. Общаться. Скажет, что ты ко мне пришел? Ничего не сделал и пришел. Делай. Тогда придешь. А я где вошел? Во. А что я и сделаю? Скажу, не могу сделать. У меня тут запоролось все. Сломался квест. И писем никаких не несут еще. Из Вейриста. Наверное, стоило поговорить с королем. Через какое-то время, а не сразу. Но это успеется. Звук лошади остался. Звук лошади исчез. Спасибо, что исчез. Не работает, не работает. Мини-сера, тут ничего не работает. Лощина, Балифия. В один из разов, когда я пытался собрать этот квест, нужная локация называлась что-то типа какая-то там локация в лощине Балифия. Это вообще еще хуже. Полная дичь, абсолютно. Вырест, вырест. 109 дней, 98, забавно. Почему-то на 11 дней дольше ехать в обратном направлении. Видимо, где-то пришлось постоять, пропустить корейский бронепоезд. Вот что значит, не видно низги. Ну, нравится мне тут, как погода меняется, конечно. Маленькая мелочь приятная.
И FPS от этого ложатся. Ну или не от этого. Тут уж фиг поймешь. Заканчивать уже, что ли? Лорд, Вудборн, дворянин, бла-бла-бла. Замок где-то в глубине. Любовник, принцесса. Мне кажется, принцесса должна развернуть как-то свой квест передо мною. А потом я буду гуглить, как править сломанный квест. Ну, не прям потом, а перед тем, как снова Daggerfall выпадет. Раньше времени не хочется голову занимать фигней всякой. Так, этот мне сейчас ничего не совсем. Ты же ее отец. А как мне? Как бы мне, знаете ли, ну, понимаете, что я имею в виду. Квест-то как получил, ладно. Ладно, фиг с ним. Действительно, надо уже заканчивать. Сделаю тут восклицательный знак. Спасибо всем, кто гулял сегодня со мной и Крей. Мы вышли из гробницы Лизандуса. Чего-то случилось. Чё-то происходит, чё-то не происходит, и на этом все. До свидания. Не я.